Глава области Йодгор Файзов провел совещание с силовиками и армией. В регионе началась работа по подготовке к возможному наплыву беженцев и отражению возможных атак со стороны террористов из Афганистана. Любопытно, что сегодня МИД РФ также выпустил официальное обращение с призывом к россиянам отказаться от поездок в Афганистан. Можно заключить, что пока США выводят войска из страны, обстановка в регионе накаляется. И это видят все. We'll be right back.